Доброе утро, Узбекистан! Доброе утро, друзья мои! Сегодня я приехала в Паркент. Я вам покажу, какой здесь базар. На улице похолодало, я утеплилась. В путь, друзья мои! Скорой помощи. Сэдма, что ли? Да. Скорой помощи работает. Чай пах берем. И, рахмат, пошли, говорит, чай пить. Шапкёк, рахмат. Шамбар, базар, ну, каримас. Рахмат. Худа хохваса курышам. Вот, друзья, наш день начинается прекрасно. Как всегда, мы встречаем хороших людей, которые нас смотрят. Так что путь-путь. Ну, начнем мы, конечно, с обзора. Вот так вот выглядит базар. Базар большой. Здесь так интересно, ну, лепешки. Во, просто обычная лепешка. Ничего. 2014 рублей, друзья, на наши деньги. Посмотрите, они выглядят. Форма отличается от тех лепешек, которые мы видели ранее. Ой, а здесь какие-то зелени. Ассаламу алейкум. Во, пьез. Укроп. Пьез и укропли. Посмотрите, лепешки с укропом. Какие красивые. А это с луком. Джизали. С жиром. Да, манава, жир. О, здесь вообще необычные лепешки. Ничпуль нархапа. По 7,5... 50 рублей на наши деньги. 7,5 тысяч, друзья. Берегас, брата, вот это... Икана берегас. Давайте мы купим две лепешки, потому что я такие еще не пробовала. А? Давайте пьем и укроп. Была. Это по 8 тысяч, это 7,5. Икона по 8 тысяч. Только, говорит, в Паркенте делают такие необычные лепешки. Еще курган йог. Сейчас домой придем, все это попробуем. Рахмат, Яша Консенга. С России. Россия? А аромат стоит, вообще вкусно пахнет. Вот смотрите, прям джизалинон. Это джизалинон. Это прям вот джиз, бараний джиз жарят и добавляют. Пахнет потрясающе. Так, ну пойдемте в овощные ряды. Узнаем, сколько у нас овощи и фрукты стоят. Гранаты ничпон? Гранаты по 15, по 12 стоят 110 рублей за килограмм. Сок кумысны? Нет, сок кумысны. Сок еще не делайте. Ага, мясо. Вот, а? Понимаете, апче? Апче. Это как? Это на казахском же, да, апче? Мен керек, мен сен айтпай стою слушай. Самарканда. Ты керек эмес. Арзан керек. Йок. Амаги етіңізге 5 мың. Дешево кірді. Ну, мен керек. Ма бите добавка сізге. Налага, авалага, чайлага, бубойга, бачилага, кеттерес. Мабаям сізге, мабаям. И что, в смысле, у меня вариантов нет, да? Иничку? У меня даже дома нет, как оповесть. Рахмат. Агай. Сахбалинг. Мясо. Вот это уже не прокатит мне сейчас. Приправы, хлеб, мясо придется самой готовить. Мясо и любишь, да? 55 тысяч сом, друзья, это 400 рублей за килограмм мяса. Сияк сэс. Сияк мас. Хаммас сияк ле. Мясо с костями 55 тысяч сум. Это, ну, где-то около 400 рублей. Что меня удивило, друзья, я вижу мороженую рыбу, что очень редко встретишь в Узбекистане. Это минтай? Минтай? Продавца нет, рыба есть. Что тебе надо, говорит, возьми? Может, еще зима нужна, может, тебе крут нужен? Мама сарьёхла бор домашний. И даже сарьёх есть? Хайма бор. Хайма? Ничего? Улики. О, ширин ма? Раз и зур, да? Излиамаз, раз и зур. Ширин ма? Улики мин ма? Да, улики. Берегас ширин болса? Битка? Да. Возьма, свежий стал вероятно. 12 тысяч стоит вот такой каймак. Сейчас, говорит, пошла мне свежий искать. Сейчас, говорит, я тебе свежий найду. Домашний куртиш кайсы бюро? Домашний куртиш кайсы бюро? 1,5 миллиона, 1,5 миллиона. Сезмы?
Damaşlı. Kaç bardan bir? Geçte vereyim mi oğlum? Hiç kırık kırık. Lulu mahallaki köyüge var ya. Bardan. Karadığız mı? İyi, rahmat, rahmat. Zor çıktı mı? Ha. Ben şuradan şart. Rahmat. Люли Махаля смотрела свадьбу, говорит, вообще хорошо вышло. Вот сюда? Эльвира, а сюда ты, апа? Эльвира, вы Наргиза. Это Наргиза, апа? А, рахмат Наргиза, апа, на уникамен. Так, а мы здесь дошли, где продают мясо. Здесь очередь. Сейчас узнаем, почему очередь. Ну, куски, конечно, роскошные висят. Мясо хорошее, очень. А мясо, говорит, хорошее очень. Тут покупатели рекламируют эту лавку. Мясо, говорит, очень хорошее. Он сразу за дело взялся. Очередь стоит, но он топор нож. А, вот это все канина? Канина, ну, не чпуль нарха? У канина цена примерно как у говядины. 58 тысяч сум. 6 на 7. Ну, 400 рублей. Ну, плюс-минус. Небольшая разница с говядиной. А был козы? Козы стоит килограмм 75 тысяч сум. Это 600 рублей килограмм. Ну, друзья, здесь, ладно, можно не покупать. Здесь очереди большие. Вон, с деньгами все стоят на очереди. Ага. Да. Берите. Берите, да? Так что мы... 55. Цену покажи, говорит. 55 тысяч сум. Ну, что канина, что говядина, здесь одной цены. Так, мы отправляемся дальше. Желаем хорошей торговли. Рахмат, рахмат. Приходи, говорит, все, саубулин. И какие хорошие, веселые люди, прям обожаю. Хурма почем? Хурма тоже 10-12. $1 примерно цена хурмы. А персик, нектарин, клар? 15-12. Тоже 15-12. У вас другая цена есть? 12-15. 12-15, 12-15. 6 тысяч. Что-то можно купить за 6 тысяч. Перец. Перец мы не будем покупать. Хоть 6 тысяч, хоть 2 тысячи. Гранат здесь тоже есть. А, 10 нашли мы цену. Давайте хурму. Давайте яблоки. Хурма примерно, ну, чуть больше $1. Яблоки тоже 10, да? Почти $1. А, мы, говорит, лишнее тем даем. Тем гостям. Сколько? 2-2 будет, 2-2, дайте. Торговаться надо, да? Вот, все. Вы, говорит, что-то не торгуетесь. Он мне говорит, вы не торгуетесь, и сам цену сбросил. Да, да, да. Я никогда не торгуюсь. Спасибо большое, хорошей торговли. Ладно. Что у нас, друзья, сумки уже полные. Мы с вами продолжаем путешествие по нашему базару. До свидания. До свидания. Мы дошли, друзья, до салата. Ассаламу алейкум. Ой, как интересно, набивают они салатики, удобно, посмотрите. И ничпуля нам вот в тассе. 5 тысяч сум стоит. $0.50. Вот такой пакетик, огурцовый пакетик. Это классно. Сделаем, говорит. Сейчас. Рахмат, рахмат. И вот. И, конечно же, друзья, я выхожу и вижу дым. Но когда мы видим дым, мы не можем сопротивляться. Так что отправляемся на дым. Здесь, друзья, такой дым, что поваров не видать. Что это так они жарят там? Ассаламу алейкум. А так им с этой стороны хорошо? Да, конечно, хорошо. Это проверка, что ли, была? Готов, нет? Так, вот, друзья, мы видим, здесь жарится люля. Люля, ну, не чпульна, а? 6 тысяч сум, это 40 рублей одна палочка люли. Ой, друзья, как это все аппетитно, вкусно зажаривается, шипит. Так, ну все. Тут уже повар ушел, я здесь осталась. Чебуреки жарятся. А то я уже знаю, что я буду кушать. Я просто обожаю чебуреки. Я думаю, мы дальше пойдем посмотрим все, откуда идет дым. Но, похоже, мы остаемся здесь. Посмотрите, какие у него красивые, аккуратненькие чебуреки. Чебурек не чпур? И к ярам. 2500. 17 рублей примерно один чебурек. Мен и имен.
я буду. А здесь я вижу еще дым. Это самса. Будем? А, через 10 минут, говорит, уже будет готова самса. У него полнейший тандыр, заполненный полностью. Смотрите, друзья, какая красота внутри тандыра. Приятно, ты должен был сам. Икта шашлык. Чай. Чебуре. Икта. 12 тысяч я плачу за 2 люля. Чуть больше 1 доллара. За 2 чебурека бишвы. 40 рублей заплатил. 37 рублей заплатил за 2 чебурека. И надо найти чай теперь. А чай в комнате? Чай, вот, вот. А сюда чайничку? Ата. Узбеча, вот так. Узбеча, ургенемен. Я как бабушка в поезде, которая достаю костюков свою еду. Сейчас достаю, я это понимаю. Қайырдан келдің, туыры. А? Қайырдан, Ташкенттан. Қазір Ташкенттан келдім. Ташкенттан. Самса күтесіз ме? А, это очередь на самсу, они сидят, ждут. Яқсы ме? Яқсы. Вообще зор. Друзья, это очень вкусная лепешка. Смотрите, здесь все лук, укроп, но внутри нету. А, внутри лук. Потрясающе. Чай частный? Пока говорит, ничего не буду, пока самса не готова. Мы не попадем. Манкру? Ахмат. Что, Рахмат, самсу дайте. Самса пас. Что самса пас? А ты тоже? И сотучи. А, это шеф. Хозяин. Это, говорит, хозяин и хозяин. Ну, на улице сегодня прохладно, наверное, они все туда греться, друзья, ходят. Летом по-любому никого там нет. Рахмат, сколько? Как там моя личка? 80 мин. 80 мин. Нич минут? 5 минут. Через 5 минут, говорит, будет готово. Ну, пока я жду. Давайте я попробую чебурек, друзья. Я обожаю чебуреки. Что там говорим, брат? Чебурек, друзья, потрясающий. Чебурек хрустящий, сочная начинка, прям сок течет. Обожаю, обожаю чебуреки. Давайте шашлычок. За 6 тысяч сум. Прожаренный, вкусный люля. Сочный? Очень вкусно, ждем самсу. Здесь, друзья, даже чай вкусный. Посмотрите, какая очередь за чаем выстроилась. Здесь вода вкусная. Чебурек колганабад. Зур. Очень вкусный, да. Рахмат. Кирасам мы? Че? Сом сдавать только нам. Бирасит мы, бирмасяк узымала? Если не дадите, я сама достану. А, видите, как подействовало, что я достану. Это моя самса досталась. О, Рахмат. Хасбарда. Ну красота, друзья, да? И тут все, друзья, вот так вкуснейшая, свежайшая самса прямо из тандыра. Так, ну, друзья, теперь мы пробуем самсу. О, посмотрите. Ай! Горячо, горячо. И да, по-моему, выше моих ожиданий. Так, ну, друзья, что сказать? Ну, очень вкусное тесто. Прям, ну, очень вкусное.
Тесто, тесто тоненькое, начинки много. Все это еще в горячем виде. Ай, сок течет. Друзья, мой обед обошелся примерно в 200 рублей. Или в 30 тысяч сум, даже чуть меньше 30. Ну, это очень вкусно. Вот почему неудобно покупать на базаре. Проще дать денег и ничего не купить. Потому что потом с этими узелками надо ходить. Да-да. Все, Рахмат, самса вообще у вас хама патрас зурболда, Рахмат. Очень вкусно. Прям, да. Очень вкусно было. Уходим, друзья, уходим. Не могу. Салат, что ли? Салат, эти деги, да? Лагманга, что ли? Смотрите, готово для лагмана прям продает. Сразу в казан и готово. Ну, все готово. Потрясающе удобно. Для лагмана осталось только казан купить и все. Так, не надо говорить, купить, сейчас услышат, принесут. Продадут. А я куплю, не смогу отказать. Давайте узнаем, какие цены сейчас на овощи. Табзинечку и нарха. Одна цена, говорит, по 6 тысяч. 40 рублей за килограмм морковки. Друзья, посмотрите, продают турупы. Цена 5 тысяч сум. Это 35 рублей примерно. Уже все, туруп продают. Я его тоже обожаю. Что интересно там в этих корзинах больших продается? Пошлите смотреть. Едой пахнет. Так, сейчас узнаем. Будем абу? Чиза. А, это жареный чиз продают отдельно. Если покушаешь, говорит, вкусно будет, и ушел. Ничпун хвадя сумархан? 65 килограмм. 65 тысяч килограмм, друзья. Чуть больше 400 рублей за 1 килограмм хвадца. А, это халва праздничная. Все понятно. Я издалека увидела, так красиво. Ой, посмотрите, друзья, какая красота. Это все из халвы? Да. А лебеди? Лебеди. Тоже? Тоже, вот. Красота. И нич пляну нарха? И ликми. 50 тысяч вот такая стоит полная упаковка. Это 350 рублей, друзья. Он до нечто кило? 2 килограмма халвы. Все, хазар Ташкент, после Ташкента, наверное, Чермет, Кыргызстан. Сейчас пока Ташкент, эти районы. Пришла на ваш базар, сказали, обязательно надо сходить. Надо мне. С джинсом, с укропом, это купила? Это еще крут там. Крут не купила? Там виноград не купила. О, виноград забыла. Хурму взяла, яблоки взяла, виноград забыла. Сейчас куплю, ладно, хоть напомнили. Видите, с рынка выходишь, сразу все спрашивают, что купила, что не забыла. Ой, мне тоже очень приятно познакомиться. Приезжайте, гости. Спасибо. А вас как зовут? Ильё. Ильё Рака. Меня Эльвира. Спасибо. Очень приятно познакомиться. Мне очень. Меня в гости позвали сегодня. 150 раз, наверное, придется. Красиво, Бердини, давай. Аллах, я. 2600 ga olayım. Ben de bir de vardı. O yüzden mi gidiyordum? Сколько говорю стоит? 5000 сум говорит. Пацаны, берите с этим мозг. Давайте одну возьмем, 5000 сум. Два берите два. Два, говорит, купи. Тохта. А, это только тохварда уся, да? Это только, говорит, в горах растет. Это знаете, что напоминает? Яблоки ранетки. Посчитай, говорит. Я верю. Почему, говорит, не посчитала? Рахмат. Рахмат Аба. Хамма сансуатного спистит. Вигахайтова. Слопте, Рахмат. Друзья мои, наше видео заканчивается. Мы с вами прекрасно провели время. Как всегда, нам попадались только хорошие люди.
Друзья мои, помните, что вы самые лучшие. Берегите себя. Пока-пока. До новых встреч. Так, ну, друзья мои, договорились за 50 тысяч штук, то, что меня привезут в Ташкент на Куйлюк базар. Садись.